5 бигфутов, 2 танка, зрелищные трюки и много огня. Команда парка киноприключений мастера Панина поразила публику очередным впечатляющим шоу. На сей раз в эффектной битве сошлись монстр-траки и боевые машины. Даже несмотря на прохладную погоду, посмотреть на борьбу тяжелой техники пришли порядка 3000 человек. Наше шоу «Танки против бигфутов». В мире есть монстр-траки, где ездят только бигфуты. А у нас и бигфуты, и танки, и грузовики-монстры, как вот этот лютый, например. Поэтому наше шоу неповторимо, и у нас новые трюки, новые ходы, новые фишки каждый раз. Мы же чем-нибудь радуем зрителя. Шоу «Танки против бигфутов» вошло в репертуар парка киноприключений 3 года назад. И поскольку программа каждый раз корректируется, расширяется за счет новых трюков и техники, интерес к представлению только растет. Еще бы, не каждый день увидишь своими глазами виртуозное маневрирование здорового танка на небольшой площадке. Разумеется, трюки на боевой технике и легковушках сильно отличаются. Первые требуют особых навыков и подготовки, но каскадеры команды Игоря Панина искусно исполняют и их. Масса автомобиля, да, и танка, габариты. То есть, да, мне некоторые говорят, как вы вот там можете вот, ну, понимаете, где он у вас едет. Ну, я не знаю, ну, нужно чувствовать, как Панин у нас говорит, что нужна чуйка. Вот у меня чуйка очень хорошо работает. На танке мне еще нравится, да, вот такая большая, огромная масса, она меня слушается, она вот выполняет все, что я хочу. Помимо шоу танков и бигфутов, программа включала крайне опасный трюк с переворотом кабриолета, выступление барабанщиков, а также уже полюбившийся постоянным посетителям парка мотофристайл и дрифт автомобиля без пилота. Зрелищно и, главное, безопасно. Вообще, безопасность зрителя – это приоритет организаторов. Самое сложное – безопасность зрителей. У нас маленькая площадка, у нас она ограничена, и мы делаем все, чтобы зритель на маленькой площадке сконцентрировать все внимание, все фишки и достаточно сложные, жесткие трюки. А у нас все, как бы, трюки уходят от зрителя, поэтому, как бы, за счет этого соблюдаем безопасность. Мастерская Игоря Панина уже приступила к подготовке следующего, не менее эффектного шоу. 31 октября в парке киноприключений пройдут гонки на выживание. К слову, участвовать в них будут не только каскадеры. Попробовать свои силы может любой желающий. Для этого нужно подготовить автомобиль и оставить заявку.